Палата справедливости и общественного контроля всегда выносит на повестку дня вопросы, которые волнуют жителей. В мартовской повестке дня строительство в Димитровграде центра медицинской радиологии. Очень много разговоров идет. Задаются вопросы, зачем, почему и так долго строится. Мы специально пригласили специалиста, который бы нам разъяснил, а наша с вами задача разъяснить следующим, те, кто у нас спрашивает. Активистам палаты и приглашенные на заседание молодежи подробно рассказали о формировании ядерно-инновационного кластера, главный приоритет которого, конечно, это проект Центра медицинской радиологии. Стройка уже идет не первый год, но и сама строительная площадка масштабная. Более десятка корпусов. Монтаж оборудования уже намечен на самом главном. В третьем квартале 2015 года планируется монтаж оборудования протонного центра. Это сердце Федерального центра медицинской радиологии. Планируется, что сам Центр медицинской радиологии откроется в 2017 году. Проект создания Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии является приоритетным проектом не только для Димитровграда, не только для Ульяновской области, но и для всей страны в целом. Проект уникальный. Подобного центра нет нигде в России. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.